30 тысяч рублей будут получать студенты, поступающие в вузы Дальнего Востока. Выпускники школ, которые успешно сдали ЕГЭ, уже в этом году смогут стать обладателями именной стипендии Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Учредить такие выплаты для талантливой молодежи поручил президент России Владимир Путин. Это позволяет нашим ребятам, которые сейчас выбирают направление дальнейшего профессионального обучения, развития, сконцентрироваться на учебе и получить серьезную поддержку от государства. Важно, чтобы сейчас через школы, в том числе и через те механизмы информирования, которые наиболее востребованы у родителей выпускников, эту информацию имели. Получателями стипендии станут абитуриенты, которые заработали 100 баллов по одному и более предметам ЕГЭ или завоевали звание победителя или призера всероссийских олимпиад. Стипендия будет выплачиваться на ежемесячной основе с первого курса и до завершения обучения. Также дополнительные выплаты для высокобальников ЕГЭ вводит КМГУ имени Витуса Беринга. Для ребят, которые по суммам экзаменов больше 240 баллов, то есть в среднем больше 80 за каждый экзамен, на первый по ним к нам поступят, мы будем в течение первого года выплачивать 20 тысяч рублей ежемесячно. В КМГУ отметили, что на стипендию уже подали заявление 4 человека.